Словно в пункте назначения в Челябинске из кузова грузовика выпала металлическая труба и буквально раздавила легковушку. Момент ДТП попал на видео. Подробности прямо сейчас. Это кадры момента аварии на Копейском шоссе. По предварительным данным, все случилось из-за резкого торможения КАМАЗа, груженного трубами. Металлическая конструкция, видимо, была плохо закреплена и буквально влетела в салон «Шевроле Ланос», разбив заднее стекло. Кто сейчас будет восстанавливать искореженную иномарку, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших нет. Благо, в салоне на заднем сиденье легковушки никого не было. Еще одна авария произошла на трассе под Челябинском. По информации сотрудников ГАИ, мужчина за рулем «Шевроле Нива» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «Ниссану». В результате аварии водитель первой легковушки скончался на месте. Пассажирку «Ниссана» госпитализировали. А это смертельное ДТП в Тракторзаводском районе. По предварительным данным, на улице Хохрякова на пешеходном переходе маршрутка сбила 20-летнюю девушку. Известно, челябинку увезли на скорой, но от полученных травм она скончалась. Ведется следствие.